Это была тяжелая игра, но хорош. У нас очень много игроков, которые не смогли быть здесь из-за травм. Было тяжело. Но честно, весь матч мы бились, играли всем сердцем. Когда мы играем с любой командой, на нашем стадионе или в гостях, мы делаем все возможное. И сегодня, я думаю, мы сделали все, что могли. Пускай в старте вышли не все наши основные игроки, но мы все равно сделали это. Сейчас все хорошо, мы взяли одно очко и просто ждем следующие два матча, чтобы выйти в следующую стадию. Я думаю, что сможем это сделать. Сегодня мы также показали, что у нас есть характер. Это была отличная игра. Ты один из лучших игроков Лиги Европы, исходя из количества голов и передач. Много внимания уделяешь этому факту? Честно говоря, нет. Потому что мы команда. Что показали сегодня? Дело не только во мне. У нас много сильных футболистов. И если играть слаженно, компактно, то можно выиграть у любого соперника. Дело тут не во мне. Просто я играю в атаке, и я обязан забивать, что я делаю, вот и все. Быть лучшим футболистом Локомотива и Лиги Европы – это не моя работа. Моя работа – помогать команде побеждать. Я буду отдаваться этому полностью. В прошлом году ты сказал, что станешь одним из лучших в чемпионате. Все так и есть. Как удалось набрать столь прекрасную форму? Я всегда верю в себя, честно. Тренер в прошлом сезоне, у меня не было с ним никаких проблем, но он не давал мне много шансов. А сейчас главный тренер доверяет мне, он знает меня, а я просто показываю людям, чего я действительно стою. И вы знаете, это только начало. Я продолжу полностью отдаваться, чтобы быть одним из лучших форвардов мира. Это моя мечта, и я сделаю все, чтобы ее достичь. Я сказал это еще в январе на испанском сборе, и я продолжаю верить. Я добьюсь этого в Локомотиве. И в конце сезона вы увидите, что я лучший бомбардир чемпионата. Никаких сомнений. I'm gonna be the best top scorer in Russia for sure.